Визуально загрязнение речки очевидно, и, судя по всему, это сброс жидких бытовых отходов. К мониторингу района сотрудники городской и районной администрации подключили специалистов Азово-Черноморского бассейного управления, Министерства природы края, Росприроды и Роспотребнадзора. Взяты и пробы воды из ручья Осахой. Будет проводиться лабораторный анализ отобранной воды на превышение предельно допустимых концентраций. Анализ биологического потребления кислорода проводится в течение 5 дней, поэтому результаты будут выданы в течение 7 дней. Осахой – это горная река, хоть и больше похожа на ручеек. Протекает она в районе Головинки и выходит к трассе неподалеку от пансионата «Морская даль», который, как подозревают члены комиссии, и является тем хозяйствующим субъектом, который сбрасывает неочищенные стоки. По словам местных жителей, очистная станция пансионата длительное время не функционирует. Очистные, на них никто никогда не присутствует. Летом жару вот там вот работает насос, открыты все двери, мы просто вешаемся от этого шума, от постоянного гула насоса. Но сейчас даже этот насос перестал работать, сказали, что у них нет там электричества или денег на электричество, или кабель повредился. Воду нарушителям отключат, выпишут штраф. И это не все. В ближайшее время факт слива неочищенных стоков проверит прокуратура. Санкции будут чрезвычайно жестокие. Особо хотелось бы предупредить организации, те, у кого есть очистные сооружения. Это ведомственные очистные сооружения, там санаториев, пансионатов, ведомственные очистные. Будет проведена тщательнейшая проверка, она уже проводится. По результатам штрафные санкции достигают 1 000 000 рублей, плюс возбуждение, возможно, уголовных дел. Поэтому хотелось бы, пока еще гром не грянул, убедительно настоять на том, что перевооружайте свои очистные станции, плавно их модернизируйте, готовьте документацию, потому что все это наше Черное море, все это наша природа. Напомню, в Сочи работает горячая линия, позвонив на которую, горожане могут сообщить о сбросе стоков в реки или на рельеф. Ее номер 8 928 233 62 08. Комиссия совместно с водоканалом выйдет на место незамедлительно и в случае подтверждения факта отключит нарушителей от водоснабжения.